Всем привет, дорогие друзья. Итак, короче, сейчас мы направляемся на такое баянное место у нас в городе. Называется Корт, а именно Вышки. Со мной Илюха идет. Это мой школьный товарищ, мой друг, мы с ним вместе учились. Но это не важно, это не суть дела. Сейчас мы идем по оконченной железной дороге. И справа от меня находится вот такой большой забор. Вот этот забор, это Слава Труду, бывший завод, мы на него в детстве лазили. И я хотел бы вам тоже показать, что там изменилось и что там стало другим. Потому что там очень много чего изменилось с тех пор, когда мы туда лазили. Я думаю, это будет очень интересный контент. И я очень сильно надеюсь, что его YouTube не забанит. Потому что YouTube очень сильно любит банить подобный контент. Они считают, что подобные виды руфинга, виды действий, которые как-то связаны с экстримом без страховки, это плохо и типа это призывает людей к суициду. Но это не так вообще абсолютно. Потому что я сразу хочу предупредить всех, кто смотрит это видео. Если оно все-таки попадет на YouTube, его не забанят. Вот. Но если вы смотрите, значит, оно не попало. Точнее, значит, оно попало. И значит, все нормально. Короче, я никого не призываю к подобным действиям. Это исключительно ваш выбор. И если вам нравится заниматься чем-то подобным, то занимайтесь. И вообще, если не нравится, то не делайте. Но главное, чтобы вы не повторяли такого. Итак, смотрите. У нас вот здесь вот забор расхерачили вообще под ноль. Кстати, такого не было. Я вот здесь ходил месяц назад, здесь вообще не было такого, он свежераздолбанный. Тут деревья какие-то упавшие. Так. Кстати, здесь можно зайти вот за то здание и посмотреть что-то. Так, короче, сейчас еще один наш товарищ пошел домой за кофтой, потому что на улице достаточно холодно. Я был вынужден надевать вот такую вот теплую куртку, опять же, чтобы не замерзнуть. И мы сейчас направляемся к ЦДТ. Это опять же еще одна локация у нас в городе. По вот этим вот конченным грязным дорогам, потому что еще ничего не обсохло. И вообще, вот, кстати, еще одна дырка, она была раньше заделана. Что там внутри? Ну вот в этих вот зданиях я не был. Я был только вон в том дальнем здании. Не знаю, видно вам что-нибудь, не видно. Ну, по идее, видно. Вот было бы неплохо, кстати, слазить сюда вот и посмотреть, что там. Там я вижу решетки на окнах. Там, кстати, решетки на окнах свежие. То есть, возможно, оно рабочее. Так, ну ладно, продолжаем. Такой вот у нас срач, блядь. Жесть, короче, полная. Так, ребят, короче, мы попали уже на территорию завода. Вот так вот он выглядит вблизи. Я был только вот в этом здании. Это, получается, основное здание. Там раньше было очень много всего интересного. Там были ярусы, этажи, по которым мы лазили, впоследствии выходили на крышу. Сейчас туда абсолютно никак не залезть, не попасть. Ну, я имею в виду на крышу, да, только вот это есть лестница, но она слишком высоко. Когда была зима, там был сугроб навальный, и мы залазили. Сейчас это просто невозможно. Вот там дальше находится рабочая часть, там находится охрана. И нам желательно не попадаться туда на глаза им, чтобы они нас просто не видели. Но в любом случае... Здесь вроде бы, насколько мне известно, нет собак. Ну, вообще нет собак на этой территории. Поэтому я думаю, что все будет нормально. Так, также еще вот эта территория, что передо мной сейчас находится, вот этот цех весь полностью, он... Ну, короче, я тут ни разу не был в нем. И он абсолютно такой, типа, неизведанный, короче. Ну, тут вынесли все двери, вы повыносили все стекла, все было застеклено. Возможно, это какие-то, ну, кто там за металлом охотится, какие-то там вандалы там побывали, взломали. Вообще, видите, всю створку вынесли железную, вообще оторвали. Непонятно, короче. И вон автобусы стоят, то есть там рабочая часть, там реально ходят люди, работают. Вон ворота, через которые они заезжают на автобусах. Ну, короче, погнали исследовать, погнали сначала в ту территорию. Зайдем, посмотрим, это первый раз я там буду, и будем продвигаться уже там... по возможности вглубь, смотреть, что дальше. Я надеюсь, что мы не встретим никакого охранника, никакого обхода не будет, и снимем качественный контент для вас. Так, ребят, нашел такую вот интересную будку. Сейчас мы с вами посмотрим, что там находится. Вот так вот к ней надо пробираться через деревья, через лес. Какая-то она раздолбанная, развальная вся. Что-то непонятное. Газеты какие-то. Так. Ну да. Типа ничего особенного здесь просто нет. Также все разбито, разграблено. Была вот лампочка, видно здесь. Ну это такая, типа, я не знаю,
Видите отверстие вот это вот? Это, наверное, какая-то касса, что ли, была. Ну, или что-то типа того, я думаю. Хотя какая касса? Нет, скорее всего, здесь что-то давали рабочим, мне так кажется. Возможно, что-то типа того. Но это не точно вообще. Вот, Илюх проверял вон ту будку. Что там, Илюх? Это там ничего, кроме постельного белья времен Советского Союза и раздолбанного телевизора. Ну вот, ребят, там ничего интересного нету, короче. А, это просто разбитое все. Ну вот, как-то так, ребят. Ничего особенного. Так, ребят, вот мы с вами попали в основной цех. Здесь такое большое довольно-таки эхо. Но зато здесь нет ветра, и это радует. Просто все разломано, все разнесено. Я здесь первый раз в этом цеху. Какие-то вон ворота остались цельными, что-то не осталось цельным. Сами стенки, видите, пробитые все, проломанные. Ну и вообще, в принципе, как кажется, здесь вообще ничего интересного в этом цеху нету. То есть ярусы все тут, я не знаю, что-то здесь было. Вот какие-то строения, видимо. Все снесли, просто все кирпичи разломали, все разобрали. Так, ну мы сейчас с вами пойдем туда до конца, посмотрим, что там. Мне интересно узнать, что он за теми воротами, которые впереди. Ну, здесь есть следы людей, следы собак, как бы, но это такое все. То есть они не свежие. И, по идее, здесь, ну, никого не должно быть. Так, ну ладно. Сейчас мы с вами телепортнемся вон туда уже, к тем вон воротам. Так, ребят, мы с вами вплотную подбираемся уже к автобусам, к части, где находится охрана. Вон, видите, автобусы, там красная будка стоит у них, то, где они находятся. Вот здесь куча всяких руин, развалин. Но вот это здание, это уже рабочее здание. А вот за ним здание рабочее. И вон там, видите, здание застекленное, пластиковые окна, тоже рабочие все цеха. Там работают люди, сейчас идет рабочий день. И, возможно, там есть охрана. Я это точно не знаю, но, скорее всего, она там есть. Вот видите, как здесь все разрушено, все разбомблено. Что-то они тут явно делали. Что-то они тут все поломали зачем-то, непонятно. Крыша течет. Ну, короче, очень такая атмосферная локация. Сейчас я попробую пройти еще туда. Вот, слышите, там сигналы какие-то работают. То есть там явно машина ездит. Короче, попробую подойти к этим воротам, показать вам, что там изблизи. И если там будет какая-то охрана, придется убегать просто, весь меня спалят. Тут уж выхода нету. Так, ладно, двигаем туда. В общем, ребята, мы с вами подошли к выходу уже отсюда, на непосредственно рабочую часть, где находится уже, ну, почти наверняка находится охрана. Сейчас я вам покажу машины. Вот они, машины находятся. И вот эти вот все здания, вот это все, это все рабочий цех уже. Я нахожусь в какой-то развалюхе непонятной, которую поломали, непонятно зачем. Но там уже есть охрана. И сейчас скорее всего, но они не находятся в обходе, как бы, и мы здесь в безопасности вроде бы. Ну вот они, автобусы стоят рабочие, видите, да, там какая-то автоколонна, наверное, или что-то вроде того. Так, ну ладно, пора возвращаться назад, вот больше ловить нечего. Илюха меня стоит, он там ждет. Вот, не знаю, видно вам его или нет. Ну, короче, такая очень довольно-таки атмосферная локация. Если вам понравился данный видос, и вы хотите продолжение этого видео, если вы хотите, чтобы я залез куда-нибудь вон туда, в тот дом, видите, заброшенный тоже, это вообще самая ближайшая часть к ним, или чтобы я как-то поставился, пробрался туда к охранникам непосредственно, пишите комментарии «хочу», там ставьте лайки, я увижу вашу активность на видео и сделаю это для вас без проблем вообще. Это будет такой типа экшен, побег от охраны, все дела там. Короче, это будет супер, это будет круто, что самое главное, это будет мне по кайфу. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. С вас активность, с вас лайки и подписка на канал. Всем пока!